и даровавший нам свою Тору, благословен Господь, дающий Тору. Амин. Значит, нынешняя недельная глава называется «Кдышим» или буквально «Святые». Начинается эта недельная глава с таких слов. «И говорил Господь Маше так, говори всей общине сынов Исраэлевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Именно из-за этой фразы ⁇ Будьте святы, ибо я святы ⁇ называется эта глава. Это выекра 19 глава с первого стиха. По-русски это у нас получается книга Левит. Книга Левит 19 глава с первого стиха. Значит, ну, вы знаете, что деление на главы, оно достаточно условно, то есть Тора была разделена на главы, так же, как и вся Библия, исключительно для удобства поиска определенных мест. Значит, и вот вы знаете, когда я читал эту главу, мой взгляд упал на последнюю фразу предыдущей главы, Соблюдайте же закон мой, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, дабы вы не осквернились ими. Я Господь, Бог ваш. Я, когда прочитал эту фразу, у меня сразу же пошла ссылка на Новый Завет. Но настолько это перекликнулось с другой фразой. Значит, это Галатам, 5 глава, 16 стиха. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Дальше идет перечисление дел плоти, потом перечисляется плод духа. И дальше, с 24 стиха. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Читая эту недельную главу, я задался вопросом: а что значит вообще святость и быть святым? Как это вообще? ну, Писание и в Новом Завете, и в Танахе говорит о том, что мы должны быть святы, что святость – это стандарт нашей жизни. Более того, книга Откровения заканчивается словами Ишоа. «Праведник пусть творит правду еще, святой да освещается еще. И все гряду скоро и возмездие мое со мною». Причем возмездие не только для святых, но и для нечестивых. У нас есть свобода. Либо следовать тому пути, который Господь заповедал. И причем это, ну, как ни странно, происходит не так, что вот я утром проснулся, и мне хочется делать только добрые дела. Мне хочется жить только по Торе и все. Знаете, в моей жизни, как это ни странно, постоянно идет какая-то борьба. И слава Богу за то, что у нас есть Тора за то, что у нас есть писание и за то, что у нас есть Дух Святой, который наставляет нас на всякую истину. И вы знаете, вот размышляя над этой недельной главой, я понял, что действительно вот читаешь, будьте святы, а дальше перечисление, делай это, не делай этого. Апостолы, открываешь Новый Завет, будьте святы, ибо я свят, написано в Торе. Поэтому делайте это, не делайте этого. Я пришел к выводу, что... Быть святым или освещаться это значит действительно какие-то дела делать, а каких-то не делать. Причем мы должны четко понимать, что на самом деле мы не делами зарабатываем расположение Бога. Но если мы хотим быть действительно подобные Ишуа, то, в принципе, мы должны проявлять это силой Духа Святого, который нам дарован для того, чтобы ну, действительно э, проявить Бога в своей жизни. Он сказал, будьте святы, потому что я свят. Вот его мотивация, его определение, которое он дает нам. Поэтому, если мы действительно хотим быть детьми Божьими, вот как 1 Петра, с, э, с 1 глава с 13 стиха. «Посему, возлюбленные, припаясов чресло ума вашего, «Бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явление Ишуа Мессии. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». То есть, основная мотивация освящаться и жить в святости – это уподобляться Всевышнему». Только таким образом мы действительно можем приблизиться к Нему. Он дал нам возможность. Благодаря жертве Ишуа Дух Святой обитает в сердце каждого из нас, и мы можем черпать у Него силу для того, чтобы исполнять то, что нам предписано. А без этого на самом деле, ну, знаете, как написано, что ничто не святое не войдет в Его присутствие. То есть это должно быть целью нашей жизни пребывать в Его святости и являть Его святость. Э, причем, э, особенно сейчас в это время, вот вы знаете наверняка, что сейчас идет э, время исчисления дней Омера, да? Значит, это вот После пасхальной ночи в храме приносится первый сноб вознесения. Это, это праздник, символизирующий, пророчески указывающий на воскресение Мессии. И Бог повелел от этого дня отчитывать 40 дней и на 50-й праздник Шавуот. Значит, и вот это, знаете, что мне напоминает. Вот когда ребенку, обещая что-то, что ему очень желанно, там, скажем, поездка в зоопарк там, или в цирк, или кому-то в гости. И обещаешь это за несколько дней. Он каждый день считает, он каждый час может подойти и спросить, если еще не научился сам исчислять время. Ну что, мы уже едем, ну что, мы уже идем. Ребенок считает время. Насколько желанно для нас возвращение Господа, чтобы мы исчисляли эти дни. Вот вы знаете, вот эти пасхальные праздники прошли, Моя дочь каждый день меня спрашивает: ну что, когда Ишо вернется? По несколько раз на день. Она в садике спрашивает учительницу, воспитательницу: А что, правда, что Ишо распяли, и Он воскрес? Она говорит: да, правда. А когда Он вернется? Понимаете, вот не зря Ишел говорил: будьте просты как дети, чего и вам желаю.